Приятного аппетита. Спасибо, малышка. Спасибо. Пожалуйста. Ко мне к тебе. Да, котлетки. Ко мне к тебе. А зачем ко мне? Тебе на котлетку. Ко мне на котлетку. Ой, к тебе на котлетки. А ты что, в Москве живешь? Нет. А-а-а. Ну, а как тогда? Ну, никак. Билет покупаю. Давай тогда. Да, уже два купил. Три. Три билетика. Ждут тебя. Да, три билетика. Три счастливых дня вообще-то было у меня. Угу. Ладно, мамуль, я пойду. Обнял тебя, котёнок. Давай, приятного аппетита. Спасибо тебе, ты классная. И ты тоже. А я женат, понятно? А я тоже. А вот это зря. Да? Нет. Ты уже поел? Нет. А ты хотел со мной переспать, что ли? Конечно. Как же без этого? А вот в том-то и дело, что никак. А что, давно замужем была? Давно уже, да, развелась уже два раза. Что там, грустишь одна? Мужик есть у тебя? Нет. Сейчас нету. В смысле? Я с подругой. На карантине убежал? Ну ты хорошенькая, а что ты мужика не найдешь? А зачем? Ну не знаю, чтоб был. Да. Дети есть? Нету детей. А сколько тебе лет? Мне? 30 есть? 27. А, ты еще девочка. Ты слушай, еще девочка, совсем. Мне тоже 27. Да? Угу. 93-й год. 92-й. 28 будет, что ли? Будет, да. А-а-а. Угу. Неплохо. А где ты живешь-то хоть? Я живу... Без в меня. В городе... Невест, Иваново. Да, конечно. Ну, ладно. Да. Ладно, не стесняйся там. Все нормально будет. Не стесняйся. Спина у меня чешется. Спина? Почесать мне. Да. Да, сейчас почесал тебе спинку бы. Вообще. Не даешь. Что говоришь? Не даю. Не даю, говорю, беру. А, берешь? Ну и как оно? А что с подругой тогда, говоришь, берешь? Ну, кто берет, тот с друзьями. А, ну друзья все... Что там, пробор проверяешь? Вроде цел. Да, цел, смотри. Красуешься? Да. Нормально. Друзья у меня на карантине, вообще-то. У тебя уже нет друзей. Блин, точно. Забудь. Вообще просто забудь его, забудь. Пьяненькая хоть? Конечно. А какая? Нет. Под шофе, да? Поплыла? Нет, здорово. Это я. Потекла. А, потекла сырая уже, да? Вообще просто мокрая. Мокренькая? Понятно. Угу. Как моя, да? Бывшая подружка. Бывшая подружка. А, уже развелся. Пока общались. Уже понятно. С Голландией. Почему? Лямбли появится. Кто появится? Лям? Лямбли. Это что? Это такая кишечная инфекция. А, допускаю. Кайф? Животное или домашнее? Домашнее животное хотя бы появится, ну? Можно хорошо и так. Хорошо же. Ладно, девка, еще грустите. И не голая еще. Нет. Я первый раз одетую девку вижу. Вау. Ну да. Я раздетая, только под халатиком. А ты в халате что, в бане была? Ты где была-то? Да, в бане была. Без меня? Да? Без тебя, да, очень жаль. Ёбыри были? Не было, конечно, зачем они? Пиздец, а то ты смотришь глазами недоенной коровы. Прям хочется. Спинку тебе почесать. Ну, мне хочется прям вообще не могу. А что? Конечно, на карантине бабы на стену лезут. Я знаю. Я тебя отвечу. Стена, где моя стена? Вот моя стена. Ну лезешь вот уже. Уже дрёшь, как кошка драная. Вообще просто.
Но уже... когти не точные, просто. Не знаю. Ну уже как кошка драная, лезешь на стенку. Да, да, кошка. Волосы так... лезут. Подрали бы тебя, да? Да, малыш. Вот так вот на Руси живется. Девка. Уже а подруга что, нормальная? Или страшненькая? Бабка старая. А, я слушай... страшненькая, а она красивая. Да, гляну. Ну, она не так. А, не, нам такие не нужны. Да. Даром. Но благо мокрая. Сидит там, истекает. Обоссалась, ну. Спиртанула. На крюка взяли просто. Ну? Че, молоко есть у тебя? Молоко? Угу. Пью молоко. И пить не надо? В сосках нету? Нет. Отстой. Пиздец, бабы пошли. Ни молока, ничего, ни души. Ни молока, ни души. Да? Хоть это рука, как у латыша. Слушай, а что у тебя спросить-то? А я знаю, спроси, котлеты готовить умею. Умеешь котлеты готовить? Нет. А что ты детей не завела? От кого? Я же не траханная. Не ёбаная еще? Нет. А что на стену лезешь? Да ёбаная ты! Конечно, блядь, 27 лет, а, ты это, Петьку Листермана знаешь? Да, да, да. А, говоришь, не ёбаная. Все вы, блядь, такие не ёбаные. Не знаю. А, не знаю. Листерман, а подруга знает. Подруга замужем, да, уже? Пристроила уже её. Петька Листерман. Я в бане ни разу не попал. Все бывает впервые. Когда-нибудь. Хуйня все. А котлеты заебись. Давай, листай, встань. Давай, целую. Давай, малыш. Приятного аппетита. Взаимно, котенок. Ты да, я